94-й день, 16 октября, среда. Гроссмейстер Алан Борн провел сеанс одновременной игры с 20 соперниками. На пляже могут установить статую Нептуну, сапер. Большинство вызовов оказываются ложными. Да, Мэри, иди ты в жопу, а! О май гад, Дана, приходи завтра. Сегодня в элитной галерее в соседнем городе открывается... Нет, нельзя. Стоять, они не... Окей, то есть если ты посылаешь отдохнуть, они не приходят на следующую смену. Окей, я в жопе. Сейчас начну себе забрать. Диксон, падла. Как же сложно вывозить-то, а? Ладно, я думаю, что Асиро, Остин, Макстоун, Азман и Требор тоже поедут отдохнуть. Угроза взрыва. Бородатый мужчина в байке с капюшоном, нервно озираясь по сторонам, зашел в фойе офисного помещения, молча оставил за колонной черный пакет, тут же скрылся. Охранник погнался за бородачом, но тому удалось скрыться в толпе на улице. Окей, Асиро, Азаки, допустим, Азман и Барселона сгоняют. Мало ли что, ну похоже, что это фейк. Остался один день. Фак. Сейчас мне опять пошлют жопу. Я потратил деньги на вечеринку. Отлично просто. Нападение с применением огнестрельного оружия. В страховую компанию Reinsurance ла-ла-ла забежали несколько вооруженных людей и не стали громить офис и избивать сотрудников. Один мужчина достал пистолет и стал угрожать молодой сотруднице, что убьет ее, если ему немедленно не вернут все деньги. Сотрудник компании, вызвавший полицию, сообщил, что напавшие пьяны и едва держатся на ногах. Да они, блин, не соображают, что творят. По глупости ведь убьют кого-то. В фойе никого нет, возле колонны стоит черный пакет. Подфутболить пакет ногой. Аккуратно взять пакет и вынести его из здания на пустырь, полностью эвакуировать здание. Конечно, полностью эвакуировать здание. Внутри пакета сработал какой-то механизм, пакет начал жужжать и прыгать. Прыгнуть на пакет, попытаться раздавить все, что там внутри, убедиться, что люди на безопасном расстоянии пакета, отбежать пакет как можно дальше. Убедиться, что люди на естественно, бежать. Ну да, убедимся. По рации сообщили, что подозреваемого заметили в толпе возле здания. Он, улыбаясь, наблюдает за происходящим, держит в руке что-то вроде пульта. Схватить подозреваемого, бросить в толпу гранату с летучим газом, обойти подозреваемого со спины, угрожая пистолетом, отобрать пульт. Третья. Взрывчатка? Серьезно? Окей. Успеют? Я просто думал, что они придут на вечеринку, да? Отдохнут там, типа, а потом еще до кучи придут на следующую смену, но, видимо, нет. Детский сад, подозрительный индивидуум. Позвонила уборщица и пожаловалась на подозрительного мужчину, который бродит возле забора. Какой-то странный хмырь уже полчаса требует... Треться возле забора и пялиться на детей, приезжайте и арестуйте его, требует женщина. Это скотина. Я не приду, не арестую, я, скорее всего, пьяный какой-то мужик пришел за своим ребенком. Смысла нету оставлять одного, поэтому все поедут. Если что-то даже произойдет, я ничего не смогу сделать с этим. Так что плевать, но пока что все нормально, нормально, нормально. Ого, исчезновение в пригороде. Джудит Морро сообщила полиции, что ее муж Эрик исчез. Она раньше срока вернулась из командировки, надеясь устроить сюрприз, но дом оказался перевернут, а супруга нигде нет. На работе он не проявлялся уже 5 дней. Так, мне нужна мол. Фак, ну да, Марлоу. Мужчина просто был пьяный, держался забор, чтобы не упасть. Бывает. Я видел такое на некоторых видосиках. Когда я еще смотрел плюс 100-500. Найс. А чё огнестрел-то не отобрали? Я, видите, уже даже все вещдоки не отношу в полицейский участок. Вот настолько бесстрашный, вот настолько деньги нужны. Несанкционированный митинг. Группа подвыпивших рабочих собралась у проходной и протестует против урезания количества смен и отмены льгот. Руководство хлебзавода игнорирует митинг и требует полиции разогнать недовольных. Ну, кстати, это попроще будет.
Так, в архив. Исчезновение, пусть расследуют все детективы. Ну, погнали. Я думаю, что я оставлю... Так, Барселона пусть едет, оставлю Азмана. Группа выживших рабочих. Господи, я даже Макстоуна оставлю. Хотя сыкотно, 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 но оставлю. Должны разобраться. Это же странные хлебобулочные сосранцы. Торговля оружием. Миссис Врайт сообщила, что в подвале заброшенного дома напротив торгуют незарегистрированным оружием. Там нет автоматов, но пистолетов хватает. А торгуют ими юные мальчишки, фактически дети. Дети? Ну, я трех как-то боюсь отправлять офицеров. Окей. Стрельба в центре города. Трое мужчин обедали в небольшом ресторане, когда с улицы по ним открыли огонь два злоумышленника. Одного убили на месте, а двое перевернули стол и стали отстреливаться. Вскоре к месту подъехало несколько машин с вооруженными людьми, которые подключились к перестрелке. Здесь очень много мирных граждан, многие из них в шоке, спешите. Окей, я пойду сюда. Это, кстати, может быть просто фейк. Они не настоящим оружием торгуют. Может быть, скорее всего. ХЗ. Посмотрим. Но убитых нет, убитых нет, найс. Вы должны вытащить, ребята. Спецназ, давай. Шпичник! Так, кстати, дела. А почему Азаки и Асман вот так? Закрыть. Окей, ладно, неважно. Ограбление. Кассирша супермаркета увидела, как молодой черный парень в капюшоне отнял у старушки пакет с покупками и убежал. Ну, бляха, муха, что я сделаю? Возняк метаться. Большая часть людей, участвовавших в перестрелке, убиты либо тяжело ранены. На улице двое мужчин продолжают стрелять по ресторану. Приказать подозреваемым на улице сдаться, открыть огонь подозреваемым на улице, взять ресторан штурмом. Приказать подозреваемым на улице сдаться. Найс. Покушение на убийство. Байкер врезался в фуру на перекрестке. Друзья байкера, прибывшие через минуту, вытащили водителя фуры из кабины и хотят устроить самосуд. Сюда уже не успею. Или успею. Ну, может быть. Давайте двоих сюда отправим. Так, окей. Но все равно кадры нужны. Так, все-таки давайте-ка мы пошлем на вечеринку людей. Так. Асиро. Азмана не могу почему-то. ХЗ, почему? Осина, Макстоуна. Ну, у Кем все окей. Смысла нету. Тогда посылать их. Тратить 5000. Справится. Найс. Вообще все хороши просто. Оказалось, что старушка знакома с этим парнем. Это студент-медик, который живет по соседству. Он просто помогал женщине погрузить покупки в машину. Отлично. Так, кто пойдет на следующую смену? Так, Азаки. Барселона.
Я думаю, что кемп сейчас поработает. И, пожалуй, все. Я очень надеюсь, то, что они вернутся сейчас. А не вот такая вот смена будет потрясающая. Who's there? Я чуть не обосрался. Mr. Boyd, it's me, Mr. Fry. I don't know any Mr. Fry, and if I did, I wouldn't want him coming around in the middle of the night. Mr. Boyd, I'm a private detective. I was looking for your wife, Laura. Right, right, my wife, Laura. I'm looking for my wife, Laura. Laura Markham Boyd. Right, right. You want to throw on a robe, Mr. Boyd? I'm not cold. So, Laura, what have you learned? I know where she lives, who she's with. I know what her plans are. To tell the truth, I learned even more than I expected, but I can't tell you anything. I'll keep a hold of this thing just in case. So, what were you saying? I said I can't share this information with you, Mr. Boyd. You see, Laura... Well, let's say... Your beloved Laura is with a very wealthy man. I consider myself a good investigator, but he figured out pretty quick that I was onto him. We talked, all three of us, me, him, Laura, and, well, we agreed that I'd stop bothering them, and in return, I'm getting a very good position in the company he owns, Mr. Oh, I almost gave the name away. You do realize I could shoot you right here. Well, that would hardly be fair, Mr. Boyd. I might not have come here, you know, but I decided to come clean with you, look you in the eye. I don't want you blaming Emma. She really wanted to help you. Plus, Mr. Boyd, I like you. You're a good chief of police, and I feel bad for you. So, I talked to Laura, and she'll call you when she's ready. You just need to wait a little longer, and... Well, I'm not taking a penny from you for my services. Get out. Fuck you. Leave the beer. Mr. Fry. But I already drank half of it. Don't worry, I'm not squeamish. Hey, Fry. Take off your shoes. I'm sorry? Take off your shoes. Leave them at the door and get out. Ты что, извращенец какой-то? Because when I asked you to leave the beer, it seemed like you didn't really mind. And I want you to mind. And the socks. Отлично. И брюки. Fine. Good night. Надо продолжать. Зато есть добыча. День 95, 17 октября, четверг. ЛГБ-активист. Гомофобия во Фрибурге на каждом шагу. На свалке нашли глубинную бомбу во время Второй мировой. Генерал Креспо подарил фанату кольцо во время концерта. Что у нас здесь? Наконец-то, боже ты мой. Погнали. Вот, кстати, про глубинную бомбу, конечно, это неплохо. Я перебрал супер... Да, приходи завтра. Я всю ночь читал захватывающий детективный роман под названием «Последний...» Нет, нельзя. Отлично, все отдохнувшие, все вообще отличненько. Найс. Просто дохерища народу теперь. Такс. Я не знаю, что мне ставить, если честно. Уже все приелось. А, эти виски тингд еще слышали не так часто. Че, в городе открыли новый бар. Его владелец пообещал бесплатно наливать всем копам и пожарным. Не скажу за пожарных, но наши ребята точно не упустят такую возможность.
пройти меня. Ну ты просто не уклонился от взрыва. Естественно, что себе забрать. Так, плиз, дайте мне что-нибудь уже, пожалуйста. Угроза самоубийства. Учитель химии сообщил, что выпускник стоит на крыше школы. Его давно отравили одноклассники за то, что он не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он пытался трахать материнскую плату? Похоже, парень сломался. Окей. Тревор Барселона. Самые неопытные, короче говоря, копы едут спасать чувака. Самого сложного просто. Мало того, что он гей, так он еще и школьник. Школьник гей просто. Посиди, не робей. Школьник гей. Школьник гей. Вооруженное ограбление. Во время выставки минималистической живописи в галерею ворвались вооруженные люди в масках, убили двух охранников и стали складывать сумки картины, некоторые из которых стоят сотни тысяч долларов. Прям, реально, слушайте, здесь многие сюжеты прям как из Payday взяты. Помещение до сих пор находится посетители и обслуживающий персонал. Так, Робинс, Шоу, Грант, ну и, пожалуй, Поп и хрен с ним, Берцел, спецназом. Я думаю, они раскатают. Найс, гражданские невредимые. То есть их не задело ошметками, да? Неплохо, неплохо. Там рука отлетит. Да вы скатаете, чё вы? Изи же. Вы ж топовые копы, чё вы начинаете? Ограбление в магазине. Сработала тревожная кнопка в магазине электроники. На звонки в магазине не отвечает, хотя рабочий день в самом разгаре. Хм. Надо троих отправить, сканять, проверить. Кем коч по... Ну вот. Скорее всего, ложный вызов. Но проверить нужно, как говорится. Несанкционированный митинг. Группа молодых людей заблокировала выезд из скотобойни и скандирует «Мясо — это убийство!» В руках у митингующих яркие плакаты, оружие очевидец не заметил. О, господи, сама не скоро до 1000 докачается. Так, Самади, Азаки, Поп, Требор. Хватит. И автозак, конечно же. О май гад. Ну почему я автозак не добавил? Витрина магазина разбита, внутри двое крупных мужчин с пистолетами. Один обчищает кассу, другой несет телевизор. На полу скотч через покупателя, кассира не видно. Вы окружены, бросайте оружие, подождать, пока грабители выйдут из магазина. Мужик, это прошлогодняя модель, возьми вон то с плоским экраном. Вы окружены, бросайте оружие. Грабители замечают полицию. Мужчина с телевизором бежит к своему пикапу, а другой вытаскивает кассира за шиворот из-под прилавку и представляет к его голове пистолет. Дайте нам спокойно уехать, грабитель. Ладно, проваливайте. Попросите должника пригнуться и выстрелить грабителя. Попросите должника пригнуться и выстрелить грабителя. Офигеть, не просто профессионал это. Ну, я надеюсь, то, что автозака нет, это как бы, скорее всего, скажется. Ну и хер с ним. Фейл. Наш автозак не понадобился, хеть. Производство наркотиков. Лиза Гулин спешил на прием к частному стоматологу и случайно зашла не в тот кабинет. Внутри я увидела людей в белых халатах и масках, колбы какую-то, я очень подозрительную технику и порошки ярких цветов. Они там точно какие-то наркотики делают. По-любому Лиза Гулин. Yes! В этой игре есть Элизабет, и она тупая! Хоть где ты, Элизабет, не главная героиня, и такая вся такая няшная, умная. Ей. Потому что она Гулин, почти как гуляш. Миссия от бога. Мистер Бой, я решил построить новый храм во славу Господа нашего Иисуса Христа и столкнулся с алчностью его рабов. Перед самым стартом закладки фундамента мой застройщик решил повысить цену на свои услуги и угрожает сорвать сроки. Его новые условия не христианские, попросту грабительские. Господь хочет, чтобы вы послали своих сотрудников побеседовать с застройщиком и его людьми. Некоторых придется окунуть в цемент. Нужно дать понять этим алчным нехристиям, что дом Господень будет построен даже на костях грешников. В жопу иди. Я изобрела в кабинет фармацевтической бла-бла-бла. Стрельба в центре города. Во, сюда отправил лучше. Патруль пытался остановить черный джип за превышение скорости, но в ответ получил очередь из автомата. Так. Так, еще кого-нибудь. Дайте Берцела. Они раскатают. Я не хочу... Он опять мне 75 долларов даст, я не хочу... Нахер мне нужны эти 75 долларов? Я не хочу. Фу. Полицейская машина догоняет джип. Из окна высовывается темнокожий подросток с автоматом и стреляет. Выстрелить преступника с автоматом.
Джип резко сворачивает переулок, не справляется с управлением, переворачивается. Окружить джип и подождать развития событий. Тарань перевернутый джип, выползать с поднятыми руками. Оу, мафия, давай, работай. Подозрительный индивидуум. Миссис Ломбарди выглянула в окно и увидела странного высокого мужчину, раскинувшего руки. Мне кажется, он совершает какой-то сатанинский ритуал. О, ему просто нравится дождь. Ну да, иногда, кстати, думаю, что людям, которым нравится дождь, они служат сатане. Нет, ну, давайте отправим, конечно, самых топовых. Может, конечно, мне дадут больше, чем $75, это будет прекрасно. Мисс Ломбарди приняла за мужчину обычно пугало, который поставил себя на лужайке кто-то из соседей. Вандализм. Пожилой охранник сообщил, что запер в галерее парня, который разбил молотком одну из статуй, выставленных в рамках проекта Eros vs Thanatos. Можете не торопиться, он там один. Двери здесь крепкие, на окнах решетки, а других статуй мне не жалко, пусть крушат эту порнографию. Окей, шоу Грант. Грант шоу. Так, окей. Delay of payment, move... Так, окей, может, раз... Окей. Мы задерживались с выплатами по ипотеке, но 2 недели назад Эрик получил большую премию, и мы все уладили. Кажется, муж очень нервничал из-за свалившихся на него денег, переживая, что кто-то на работе из зависти решит ограбить нас. У них там работает много бывших заключенных. У Эрика были серьезные финансовые проблемы. Неделю 3 назад он попросил денег в долг, но я и сам еле свожу концы с концами. Эрик расплакался и сказал, что ему придется обратиться к каким-то людям, которых он презирает. Так. Ну, скорее всего, это delay of payment. После того, как пару недель назад Эрик подцапался с начальством, он был сам не свой. Попытался у всех отложить денег, но часто ругался. Секретарь фирмы, где работает Эрик. Недавно послушал телефонный разговор Эрика, из которого смогла разобраться только обрывки. Следующая встреча с этими близняшками станет для меня последней. Это будет сладкая ночь. Я решил, что он снова снимает проституток. Мусор. Держимый мусорной корзины Эрика на работе. Чек из Эдис Бергерс. Брошюра. Приумножьте свой капитал за 5 простых шагов. Документы с цифрами, пустой конверт с печатью, уведомления о выселении, реклама интимных услуг. Так. Что-то было про Эдис Бергерс, нет? Так, ну он, видимо, получил бабло и свалил. Ну точно не это. Хз. Наверное, кадров нету пока что нужных. Отлично. Вот, в принципе, и все на сегодня. Так, не успел нажать. Ладно, здесь, по-моему, никого не надо отправлять. Отдохнуть. Так, кто работает завтра? Самади работает завтра. Так. Я думаю, еще Грант поработает завтра. Бёрцел и Поп. 69-й, 96-й день, октябрь 18-й. Очень хочу 69-й день, но не получается. Нойс! Просто они все должны удовлетворить сейчас. Клуб Dragon Slayer принимает региональный турнир боевых искусств. Исследование показывает, что 86% клоунов шизофреники. Пекарня закрыта на дезинфекцию. Давайте мне слот на офицера, слот на детектива, повышение и улучшение спецназа, же мать твою. Друзья просят помочь им приюте для животных. Там можно мне отгул? Давай, иди. Да, иди. Да, иди. А вы охерели? Охереть, теперь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, то есть, как оно и, в принципе, должно быть. Окей, начнем день. Такс. Снова виски... Ну, давайте. Неважно. Ну что? Отлично.
Отлично. Теперь спецназ может просто всех так давить. Найс. Слово для детектива. Какую смену-то? В принципе, не важно. Нужно смену А. Так. Отлично. 220, 150. Найму сейчас. На смену А. Завтра смена А работает просто. Все себе заберем. 349, 999. Отлично просто. Отличная цифра. Аж заскриншотил. Так, то есть, по сути, завтра мне понадобится только... кого отправить на завтра-то? Тревора и Барселону отправлю. И Азмана тоже. Масса беспорядки. Департамент жилья Фрибурга выселяет из дома 60 пенсионеров-строителей, которые более 10 лет назад получили жилье на льготных условиях за вклад в развитие города. Сейчас большая часть этих людей вышли на улицу и требуют, чтобы их оставили в покое и позволили дожить свое в их старом доме. Ванда Паркер, пенсионерка, возглавлявшая демонстрацию, сообщила, что они не зарегистрированы в квартирах, предоставленных властями, добавив, что они жили по временным регистрациям, которые обновляли каждый год. Мэри подчеркнули, что официально в этом доме никто же не живет, так что никаких проблем с посещением бомжей быть не должно. Я даже не знаю, кого здесь надо косить, мэрию или пенсионеров. Как-то стрёмно пенсионеров. Ну ладно, давайте попу, требуем Барселону и... Да я думаю, хватит. Это же... Ну ладно, хорошо, Диксон поедет, чтобы получить опыт. Так. Угроза взрыва. Алло, полиция, я выносила мусор и услышала, как баки возле моего дома что-то тикает, сообщила пожилая женщина. Нет, спасибо. Нападение с применением огнестрельного оружия. Во время урока английской литературы в класс вбежала дикая собака и начала бросаться на учеников. Прибывший сотрудник центра по контролю бездомных животных вел себя очень вызывающе, желая впечатлить детей, достал настоящий пистолет и попытался пристрелить пса. Охереть просто, что это за антикомиссар Рекс? В последний момент пес резко дернулся, и мужчина попал в школьницу. Учитель набросился на стрелявшего и тоже получил пулю в живот. Охереть. Подозреваемый заплакал, начал кричать, что все вышло случайно, скрылся в подвале школы. Охереть просто. Я думаю, сама Диазаки справится вдвоем. Перед домом собралась огромная толпа пожилых людей, которые что-то кричат. Что это за херня? Арестовать Ванду Паркерки, приказать всем расходиться, вооружиться дубинками и разогнать демонстрацию силой. Попробуйте успокоить толпу. Найс. Даже с канала. Алло, полиция, я выносил мусор. Господи, почему я... Кстати, а я могу отправить на вечеринку тех, кто сегодня тут сидит? Не могу. Почему не могу Азаки отправить? Потом могу отправить Бёрцела. Потому что Азаки на задание, что ли, или чё? Ну ладно, проверим потом. Бомбы в мусорном банке, мусорный банк, то же самое. Там те кристаллины часы с кукушкой, которые кто-то выбросил. Какая изящная вещь, восхитила женщина. Я забираю часы к себе домой. А там внутри бомба. Жестокое обращение с животными. Правозащитница Бетти Медина сообщила, что в питомнике для бездомных животных работает многочисленная группа садистов, которые издеваются над зверьми, калечат их и даже убивает. Я долго следил за этими монстрами, готов предоставить вам все необходимые доказательства их бессердечных поступков. What the fuck? Я даже не знаю. Ну давайте сгоняем. В подвале в темноте виден силуэт мужчины, который сидит, обхватив колени, громко хныкает и бормочет под нос, что этого не должно было случиться. Медленно отшвырните на пистолет, открыть огонь по мужчине. Медленно отшвырните пистолет, попросим. Подозреваемый вытирает слезы, резко вскакивает, кричит, что не собирается в тюрьму, в руке у него пистолет, побежать искать укрытие, выстрелить ему в ногу, ударить шокером. Нормально. Йес, косарь, первый косарь просто, изи, сама не разгуливает, просто стол, иди в жопу там, понял, да? Вот ты сиди там, понял, церковный хер, а тут, а ты с самади работает просто такой, да, да.
массовые беспорядки. Звезда сериалов Мануэль Торри Бланко выходил из салона красоты, но его заметили поклонницы и возбудились до такой степени, что начали рвать на нем одежду. Актеру удалось сбежать и запереться в салоне красоты скорее, а не пытаясь разбить витрину, кричит в трубку Мануэль. Ну, автозак не успеет, да, назад? Еп. Поэтому поедем без автозака. Два второго автозака у меня нет. Уж что я? Наркотрафик в пригороде. Поступило анонимное сообщение. По окружной дороге едет фура с замороженным мясом и везет гирин, спрятанный в коровьих тушах. Фура сопровождает вооруженные люди. Фак. 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 Ну я очень надеюсь, то, что они запросят подкрепление. Ну и спецназ у меня же есть 150% эффективностью. Попытка ограбления буддийских храм. Несколько вооруженных мужчин бежали в храм и начали пилить золотую статую Будды. What the fuck? Что не так просто? Сейчас даже я... Даже если у меня было больше офицеров, я бы не смог спецназ туда-сюда отправить просто. Вы охерели, что ли? Так, ну я жду подкрепление. Полицейская машина проровнялась с фурой, но та не останавливается. Я, кстати, не смогу сейчас. Если я нажму, просто время пройдет вперед. Полицейская машина проровнялась с фурой, но та не останавливается. В хвосте фуры едет джип, в котором видны мужчины с автоматами. Это последнее предупреждение, немедленно... Медленно остановитесь. Фак. Ну, что поделать. Нападение диких животных. Позвонил мужчина на грани истерики. Скорее, на мой дом напали вороны. Их так много, что небо потемнело. А карка не слышит даже если заткнуть уши. Они обложили весь дом, лезут изо всех щелей и грожат моей семье. Нет. Мы нашли подпольную нарколабораторию в этом районе. Скажи своим ребятам тихонько накрыть гадюшники и объясните уёбкам, что дела так дела не делаются. Я просто прочитал, ребят! Пусть передадут слово в слово, да? Подозрительный индивидуум. Продавец Рейнальдо Котто увидел, как из-за спины темнокожего посетителя выпал пистолет, который тот быстро схватил и снова спрятал. Затем, как ни в чем не вал, продолжил выбирать вермишель. Мистер Котто боится, что парень что-то задумал. Расстрелять вермишель? Вермишель, ты будешь моим заложником. Ну блин, на это я в принципе не успевал, у меня спецназа не было. Торговля людьми на дороге. На въезде в город в автомобиль подрезал фургон, который перевернулся и вылетел с дороги. Из кузова стали выводить десяток иностранцев, которые предположительно нелегально ввезены в страну для работы на стройках Фрибурга. На месте аварии очевидцы видели вооруженных людей. Понятно. Ну что, рискнуть? На крыше дома сидит одинокий ворон, просительно каркает. Выяснилось, что мужчина вызывает копов и страдает психическим расстройством. А погнали так. Хотя... Да... Господи, вы чё? Чё вы такие обосранцы-то? Нет, нужен еще один. Ограбление в центре города. Позвонил девушку, которой только что отняли сумку возле банкомата. Он подошел сзади и приставил к моему горлу нож. Я дал ему сумку, и он бежал. Я как раз пол зарплаты получил, я съела. Так, окей, значит, мы отправим так. Так, 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 автозак. Так, 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 автозак. А попа и Тревор отправим сюда. А, Азмин и Бирцел, если что, будут подмогой. Ага. Это что-то интересное. Ну давайте посмотрим. Это, видимо, отработки какие-то. Ну, давайте посмотрим, я хз. Так, так. Хрен его знает. Без понятия. Здесь что-то левое есть. Не слово в смысле политическое левое, а просто левое.
Возле перевернутого фургона стоит легковая машина и небольшой грузовик, куда трое вооруженных людей грузят последних нелегалов. Включить сирены через громкоговоритель, приказать никому не двигаться, выйти из машины и призывать преступников на прицел. Честно, включим сирены. Увидев полицию, подозреваемые выстрелили несколько раз, а затем сели в фургон и стали уезжать. Сесть в машину, пуститься в погоню, прострелить грузовику по крышке. Допустим, прострелим грузовику по крышке. А можно людей найти и их продать мафии? Как вариант. Нет, спасибо. Так-с, кто из вас пойдет работать завтра? Какие же вы все уставшие, охереть. Азман. Я с ним требую, Барселона пусть отдыхает. Там народа хватает вроде как.